6 медалей принесли в копилку спортивных достижений региона североказахстанские спортсмены. Завоевали их они на чемпионате страны по тайскому боксу среди юниоров и детей. Арман Баянде продолжит тему. В числе претендентов на призовое место был Шамиль Ермагамбетов. Выступал он в весовой категории до 27 килограммов. К соревнованиям подготовился, результат не заставил себя ждать. Шамиль стал чемпионом. Одолел в финальном поединке своего земляка Захара Морозова. Говорит, бой был тяжелым. Самые сложные соперники были в финале. Сначала я очень волновался, но потом взял себя в руки и все-таки победил. Тренер говорил, чтобы если он движется влево или вправо, чтобы я двигался за ним, чтобы догнать и ударить с этой же стороны. Когда вырасту, хочу стать мастером спорта. Чемпионат среди юниоров и детей по муай-тай в Казахстане проходит впервые. На турнир прибыли 17 команд со всей республики. Принять участие в нем изъявили желание свыше 200 спортсменов. Представляли Североказахстанскую область 7 бойцов. 6 из них вернулись призерами соревнований. В копилке их достижений 4 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Турнир начали готовиться с декабря месяца. Как бы плотные тренировочки начали проводить, каждый день тренироваться. Так как турнир очень серьезный, чемпионат Республики Казахстан среди юниоров и детей. Наши дети как бы подошли к этому турниру функционально готовыми, психологически готовыми, в техническом плане. Очень много сильных ребят приехало на турнир, но наши достойно отбоксировали. Даже многие, я бы сказал, лучше, чем я даже ожидал. Также трое наших ребят были отмечены отдельными призами. Двое из них за лучшую технику и один за волю к победе. В настоящее время боксерам предстоит подготовиться к матчевой встрече со сборной Костанай. Пройдет она в феврале. Арман Бенда, Владимир Боровков, новости МТРК.